Ну что, ребят, всем привет. Привет, Миндель, СК2 ТВ, Good Game, понемножечку начинаем. Компания Вола сегодня я начну. Три часика где-то примерно ее поиграю до старта заключительного дня турнира под названием Бавролига нашего, где остался только матч за третье место и финал из официального. И еще там будет шоу-матч по Архон-моду. Будет интересно в любом случае. В общем-то, приходите, не пропускайте. Понемножечку расчехляемся. Поехали. Говорят, человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Александр Ти, привет. Насколько хорошо знаешь себя ты? Как обычно, со вступительного ролика у нас. Встаньте на платформу. Привет, демон. Так, ребят,
С вас плюсики, кстати говоря, забыл я вам послать. Вот Култи против Элейзера запись. Я просто, ну, выкладывал как бы оперативно все одновременно там. А вот остатки, не остатки, а там, ну, увидите, 4-5-6 эпизоды стримы прохождения кампании Брудвара, Старкрафта. Да, конечно же, Брудвар уже прошел. Вот, запись, вот она. Я вам скидываю. Ставьте, пожалуйста, плюсики, так как на главную пока она чуть не уводится. Просто баг там аспирант не может добавить на главную. Короче, с вас плюсы нужны. Срочно там, по 10 штучек. Вот, не ленитесь. Кстати, немного истории. Что за ним? Почти 3 столетия люди полагали, что они одни в Сектаре. Опа! Крулу. А такого я вообще не они видел. Пришли зерги, поглощающие все на своем пути. А следом протосы. Высокоразвитая раса, готовая истребить тиранов, лишь бы очистить зараженные зергами миры. Человечество оказалось втянуто в чудовищную битву на 3 фронта. Тем временем разразилась гражданская война. Шериф Джим Рейнер поклялся отомстить диктатору Арктуру Менгску за то, что тот предал его возлюбленную Сару Керриган. Народ, вы там скоро? Что-то по Брудвару не скажешь, что прям возлюбленная. Не делай этого. Поздно. Штурман... Пользователь активировал премиум на ваш канал. Немедленно. Керриган, верного бойца, бросили на растерзание зергам. Но у зергов были другие планы. Они изменили Сару. И с помощью ее псионной силы подобрались к своей настоящей цели. Родному миру протосов, Айюру. Протосы были захвачены врасплох. Тем временем Конклав отправил вершителя Арканиса в погоню за капитаном Тассадаром, который отказался уничтожать зараженные миры тиранов. Их пути пересеклись с темным тамплиером, собратьев которого Конклав объявил еретиками. Зератул с трудом убедил Тассадара и Артаниса, что он им не враг. Вместе они объединили силы протосов в борьбе против зергов. И хотя Конклав был разгневан, им удалось нанести Рою ряд болезненных поражений. Зератул сразил одного из церебралов сверхразума, но его собственный разум оказался уязвим. Из его мыслей сверхразум узнал расположение Айюра, и Рой обрушил всю свою силу на родной мир протосов. Кстати, предыстория — это Тассадар спас тамплиеров от истребления. Повторением очучения. Тамплиеров и темных он пожертвовал собой, чтобы уничтожить. По Старкрафту Брудвара компании повторения, между прочим. Айюр был потерян, но Артанис переправил выживших на планету темных тамплиеров Шакурас. Вражда осталась в прошлом. Тамплиеры были в долгу перед своими собратьями. Без сверхразума Рой распался. Керриган стремилась взять зергов под контроль и прибегнула к помощи старых друзей и врагов Рейнера, Менгска, Зератула. Укрепив свою власть, королева клинков предала их. Миллиарды тиранов и протосов погибли. Преимущество осталось за зергами, но ко всеобщему облегчению война закончилась. Зератул заподозрил, что зергами управляют темные силы. Он увидел в пророчествах, что древнее существо Амун пытается смешать протосов и зергов, чтобы создать новую форму жизни чудовищных гибридов. И что это зло, возможно, уже поработило Керриган. В то же время вершитель Артанис, провозглашенный героем, возглавил оба народа протосов. Став иерархом, Артанис объединил своих собратьев и пообещал, что однажды они вернут себе славу, утраченную на Айюре. О таком единении Джим Рейнер мог только мечтать. Менгск по-прежнему был у власти, а повстанцы Рейнера не могли справиться с пропагандой Доминиона. Пора было менять стратегию. И Джимми забухал вискаря. Блин, ребята, а я не видел это даже, кстати говоря. Поехали.
Привет, Смайл. Говорят, человек узнает себя. Так, это мы только что посмотрели. Поехали заново. 2502 год. Ну, кстати, вот второй StarCraft я буду со всеми диалогами, со всеми базарить, поэтому время на него много, естественно, потребуется прохождение. Слава во вторжении зерга все еще очень велика, но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанцев, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Его банда подонков спровоцировала восстание в шести колониях и похитила огромное количество оружия и техники. Ямато. Мешанина, не мешанина, на самом деле все там нормально рассказано было, но у меня в текстовом варианте в описании сказывать и гудгейма есть. Сукин ты сын. Предыстория, так что кому интересно, можете в текстовом почитать там подробнее еще немножечко. Вот. Спиритулов, здорово. Войска готовы к бою. Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Зашел я вроде как с американского сервера. Узел Доминиона на Марсаре. Должно с ачивками, по идее, там быть все как бы. Остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Это можно, кстати, как-нибудь проверить? Адъютант. Что там у нас? Я хз. Доминион использует станцию дальняя. Поехали, сейчас увидим. Основного транспортного узла на Марсаре. Не, все не буду делать. Через ну просто, чтобы были они грузы. Как бы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону дальней. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения, но ему не хватает оружия и организации. Руни поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Спасибо, Руни. 100 рублей вижу. Гугл мужик говорит. Гитя свал. Это не волшебный вискарик пробивает на мятеж, а самый обычный, как бы. Особенно если пивком потом шлифанул Джимми вечерком. Тут он мятеж мог устроить с утра просто голимый. Вот. Ну что, парни, давайте покажем местным, ну, начинай... что не нужно бояться. Но вот на этой планете... Хотя растительность есть, водичка, значит, есть, все нормально. Поехали. Не знаю, говорят, что на Америке ачивки не работают ни хрена. Так. Смотри-ка, ничего не открыто. Нету достижений. Должны даваться. Рассредоточиться. Держите ухо востро и не подставляйте спины. Вперед. Вперед. За мной. Не ходите по этой дороге. Пробовать. За мной. Можно попробовать. Рейнер, убить его. Рейдеры, вперед. Что дальше? Приказ, давай. Не молчи. Я не подведу. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения.
Хорошая идея. Рейдеры, вперед. Хватит прохлаждаться. Меня от Менгска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Проводит. Рейдеры, вперед. А где все? В атаку. Хватит прохлаждаться. Можно попробовать. Моя семья. Мои соседи. Не нравится. Что-то она дамажили, Джи. Командир, в центре города собирается крупный отряд Доминиона. Значит, пора отправить им наш подарочек. Можно попробовать. Рады тебя видеть, Рейнар. Ждем приказаний. Смотрите, ты уже что-то заработал. Можно попробовать. Это же Рейнер, главный государ. Я не подведу. Рейдеры вперед. Приказы. Что дальше? Кому? Давай, веди. Ну и? За мной. Давай, веди. Что дальше? Рейдеры вперед. Мы защитим. И меня. Дерьмово. Приказы. Не молчи. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия... Здорово всем. Вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Я не буду перепроходить ничего. Те ачивки, которые будут зарабатываться автоматом мной, те и будут, как бы. Если не будет каких-то, я не буду переходить. Для этого отдельно надо прохождение устраивать, как бы. Не собирайся настолько заморачиваться. Менгску придется заплатить за многое. Тут надо 6 этих статуй убить. Вот последняя из них. Ближе к аванпосту доминионцы удерживают еще несколько колонистов. Сейчас разберемся. А, нет, не ачивка. Давненько вас не было. Полетели, братва. А, я первый должен идти. Пойдемте, братишки. Это закрытая территория. Смотрите всех. Вы арестованы. Мы тебя прикроем, Рейнар. Нет. Можно попробовать. Убейте меня. Рейнар, вперед. За мной. Я уже. Хватит прохлаждаться. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. Так. Ну, вот здесь три, как бы, тут 6 минут. Здесь 3 ачивки, так пусть будет 3, чё. Привет всем. Нет, не забыл, я статуй никаких все уничтожил. Ребята, не задавайте глупых вопросов про сложность. Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. И
Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по дружбе. У тебя бухло, у меня сигареты. Знаешь, я хочу тебе кто, что-нибудь пригласить по дружбе. Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у Доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам 60 к 40. 70 к 30. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Чёртовы капиталисты. 50 на 50 надо. Делить все. Это первое правило. Конечно, надо отметить. Может, это только откинулся. Не мое дело, но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в Новый Фолсом. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да-да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю, так или иначе власти Менгска придет конец. Так. Сара, иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Чё-то... Пользователь активировал премиум на ваш канал. Чё-то не такая она была в рудваре Старкрафте-то, да? Пластику сделала, походу, в Корею переехала. В эфире прямая так. Трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень спасибо, рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Ну все, все пробазарили, поехали. После вашей операции на Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Менгска. Да и Джимми с волосами стал действительно. Тайкус Финдли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт.
и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Финдли может принести значительный доход. Поехали. С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Викинг был там, в смысле, в каюте-то, но там он не пропадет к следующему тогда. Сейчас мы вторую миссию пройдем. В принципе, я Волк-компанию проходил, я не знаю, очень много раз. Она реально, потому что прикольная, как бы, и... Думаю, что проблем больших не будет здесь. Я уже заждал. Приказы будут? Для атаки аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре и отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Будет сделано! Давай, удиви меня! Точняк! Задавим их интеллектом! Приказы... Есть работенка! КСМ готов! Тут как-то марики должны пойти сюда на меня сейчас. Мне нужно вальнуть, и потом... Я уже заждал! Что на новенького? Задавим их интеллектом! Ну еще ресурсы лежат потом. Или я до этого обычно. Ресурсы забирал, что-то я уже не помню. Пристройка завершена. Вот они, вот так. Контроль на уровне фантастики. Тут, кстати, за 10 минут миссию надо пройти. Вот я сейчас не могу не успеть этого сделать, если буду так... Купить. Я уже задавим. Давай, удиви. Прочь с дороги. Приказы будут. Задавим их интеллект. Я уже вооружен. Где тут раненый? А? Кого подлатать? Давай, удиви меня. Я уже задавим. Приказы будут. Командир, Доминион атакует базу повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Значит, к нам они пока не сунутся. Дайку, с этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Давай, удиви меня. Доктора вызывали? Вовремя вы появились. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Добро пожаловать в команду, парни. Это ребята Рейнера. Высылайте подмогу! Доктора вызывали. Режим готов.
Рейнер, молодчина! Приказ получен! Вооружен! Приказ, я уже за... Вон они! Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Приказ! Отдавим их! Я готова! Так, гелион. Все, убили уже, пацаны. Поздно вы. Базарить стали. Уже вас нет. Вскрыл этот бункер, Джейми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Там танк сбоку, поэтому нужно аккуратнее заходить здесь. Так, не понял. Нагаш, какой секретный уровень? В начале-то там нет никаких секретных уровней. Вход в систему управления экраном. Расшифровка кодов защиты. Управление экраном получено. Чудно. Осталось поднять эту крошку, и можно убираться отсюда. Ну, я в курсе, что значительно позже будет секретный уровень. Поехали. Дальше. Ну что, посмотрим все. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тейкус? Да что ты. Нет, конечно. Чертов шутник Тейкус. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? На это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды, ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Так. Это что? Я думал, протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. 4 года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На 2 жизни хватит.
Интересно, интересно. Каково это, воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тайк. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Вот это да! Ну что, с Тайкусом по базаре? Кредиты? Что за кредиты? А, ну это понятно все. Что-то где-то активно. Тут еще что у нас есть? Или все, ну... Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. Их контора называется Фонд Мёбиуса. Яйцеголовые. Фонд Мёбиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. Погромче-то можно сделать? Короче, поехали, вроде все просмотрел. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции Дальняя и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. Вот в этой миссии всех ачивок не будет точно. Почему? Потому что я не буду по много раз перепроходить, а я только на эксперте всегда делаю. Там ачивки на более легких сложностях. Там надо всех убить, а поверьте, на эксперте все базы зергов тяжело убить там. В третьей миссии. Но я это делал много раз. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, да нет, все, у нас будет все шанс. Там... При желании все сделаются на эксперте, но это отдельный стрим нужно, как бы, ну вот, по ачивкам, да а не ладно. По прохождению. Я был в куче. У нас сюжет, а не какие-то там так эти... Там зергами и не пахнет. Хрень. Поехали. А, сейчас загрузка сначала. Понял.
их интеллектом. Прочь с дороги! Вооружь, я уже заряжался. Режим готов. Почему бы и нет? Бегом, Ор! Вооружен и опасен. Задавим их. Ха-ха! Чего пугаешь? Режим готов. Там приказы будут? Так, поехали, поехали. Сейчас собаки побегут с этой стороны. Режим готов. Что происходит? Значит. Что на новенького? Оставим их интеллекта. Режим готов. А вот и они. Целься! Я уже оставим их. Есть только. Завершено. Приказы будут? Я устал. Кому навешать? Я устал. Режим готов. Посылайте подмогу. Оставим их интеллектом. Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены. Находимся у станции Дальняя. Нужна помощь. Вооружен и... Есть командир! Режим готов! Все понятно! Оставим! Я уже... Приказ! Оставим их интеллект! Давай, удиви меня! Кому наверх? Так, приказы то, что будут, нужно в начале, берем в начале. Режим готов! Давай! Я уже думал, нам конец! Как самочувствие? Приказы будут! Вооружен! Оставим их! Давай, удиви меня! Режим готов! Улучшение... Завершено. Вот я не помню, в каком идеальном моменте нужно базы ломать. Тут надо все волны помнить, а я уже их подзабыл, как бы. Ну так я не одну сотню раз, мне кажется. А вот после муталей точно надо. Точно после муталей. Да, можно грейды делать. 1-1 можно сделать, но без стимпака, без ни хрена ты тут бьешься. Тут какой-то кипиш начинается. То есть нам на... нельзя пропустить как бы атаку на меня. Сейчас пойду наверх, а там атака, по-моему, пойдет очень скоро. Надо как-то тут по играм, где бункера строить. Нужно вот эту сначала выбивать, я помню, потому что... Потом ее будет не выбить. А потом через центр заходить вот так вот, обходить. Доктора вызывали? Улучшение? На помощь! На помощь! Сейчас этих заберем, как раз и пойдем. Помогите! Я уже... Приказ, давай, удиви меня! Вооружу! Кому наверх? Оставим их интеллектом! Вооруж... Бегом, Ор! Кому наверх? Парни, как же мы рады вас видеть! Вы видите, плетки какие-то отстраивают. Давай. Дебарак-то летает. Давай, удиви меня! Оставим их интеллектом! Приказы будут! Блин, как на тут на всех настройках жестко темно все, а? Я уже доктор
Фейнов надо очень чутко здесь всех законтроливать, конечно. Приказы будут! Бегом! Доктор, вы посылаете мешки для трупов. Кому наверх? Я уже вооружен. Заставим их интеллект. База, а запомни. Вот, видите, вот такая хрень. Вот сейчас нужно заново будет перепроходить из-за этого шняги. Нас тут на части порвут. Отходим ближе к базе. Наши КСМ атакованы. Короче. Сейчас я заново просто с автосейва начну. Я не буду просто заморачиваться, но тут надо очень четко оборону строить и там, и там. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции дальняя и дождаться корабля. Как бы запариваться, Дик, не собирайся. За нами прилетят мои. Сейчас. Как там это? Вовремя вы появились. Не понял. А, все, понял. Ничего страшного, сейчас заново начнем. После вас. Поехали. Ну это при... Я чуть не понял. Почему меня на миссию назад-то откидывают? После вашей операции на Марсаре поднялась волна мятежей против режима Арктура Мягска. Тем временем бывший заключенный... Я понял. Надо заново перезайти, походу. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепить. Скоро за нами придут. Давай, удиви меня!
кто слышит это сообщение. Мы окружены. Находимся у станции Дальняя. Нужна помощь. Есть попадёнка. Есть. Кого послать? Задавим их. Я уже думал, нам конец. Перестройка завершена. Давай, удиви меня. Улучшение завершено. Обнаружена группа летающих зергов. Время прибытия. Да прямо сейчас. Вооружен и... Выкладывай. Резен готов. База атакована. Пользователь DaVinci активировал премиум на ваш канал. Так, здесь-то особо ходить лишний раз не стоит, но гип иногда можно проходить, подчищать. Ошибка. Брось дороги! Кого подлатать? Я уже задавим их. Давай, удивись! Вооружен я! Давай, дома! Парни, как же мы рады вас видеть! Вы видите нас отсюда! Кому на... Кто на новенького? Я уже задавим их. База атакована. Приказы будут? Давай. Ну, это не очень удачный налом был. Настройки-то дико темные, мне не нравятся, и то ли... Могу здесь гамму менять, ну ладно. Короче, не суть вопрос. Что происходит? Кому наверх? Давай, удиви меня. Сюда ломиться я не собираюсь особо. Цели у меня такой нету. Зазорчик поддержал ваш канал на сумму 350 рублей ровно. Жди инопланетную нечисть, спасай человеков. Что стряслось?
части порвут. Отходим ближе к базе. Ладно, не гони. Циклет. Завершено. Задавим их интеллектом. Задавим их интеллектом. Отлично! Держитесь, помощь на подходе. Да тех уже всех спас я. Кому наверх? Есть нападем. Приказы будут. Кому наверх? Так. Давай, приказы будут. Приказы будут. Я уже. Давай, подмогу. Кому на бегу, Марк? Начинается. Вот опять я не вовремя ушел. И опять пришли долго на гидралиски. Оксиралиски. Наши КСМ атакованы. Так, одну сломаю для того, чтобы продемонстрировать, как это делается. Ну, просто нужно раньше делать, на предыдущих волнах. То есть, и так далее двигаться тоже. Впоследствии все ломаю. Оставим их интеллектом. Доктора вызывали? Тут одну ачивку заработал. Медики идут, отдаются. Спасибо за Зорг, за поддержку. Жги инопланетную нищий, спасай человека. Театре. Сейчас все озвучивается, поэтому... особо не базарили. Куда они все идут-то на уме, я не понимаю. Давно ж точка сбора поменена уже. В плане интересности, вот на эксперте все базы убить в этой миссии, это интересно реально. Не очень просто, я бы сказал. Нужно продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Но я дальше лезть не буду нафиг. Кому наверх? Кто на новенького? Доктора вызывали? Давай, удиви меня! Есть! Что происходит? Кого подлать? Скоро на базу эти линги будут падать. Страх дороги! Вооружен и опасен! А? Чего пугать?
Задавим их интеллектом. Вот видите, боины поперли. Фокус должен быть. Фокус не идеальный. Приказы будут, давай. Вооружен. Выкладывай. Давай. Приказы будут. А? Я уже заждал. Брось дороги. Кому на... Бегом, а! Ну они там расстроились, короче. Ну вот сейчас уже поздно, на самом деле, ломиться, потому что там на меня и атаки жесткие идут. Хотя вот эту можно попробовать подломать, сейчас базу будет. Наши КСМ атакуют. Посылайте мешки для трупов. Я уже заждался. Кому наверх? База атакована. Наши КСМ атакованы. Посылайте подмогу. База атакована. Кому наверх? Видите, попёрли на меня сильно что-то они. Наши КСМ атакованы. База атакована. Пора сваливать, здание все нельзя потерять, а там что-то сейчас их очень много попрёт, я помню. Командир, это Мэтт Хорнер. Держитесь. Корабль на подходе. Здесь отряд один отбился от рук. Не, лучше поторопись, братан, а то сейчас миссию заново проходить будет. Надо. Сейчас мута там попрёт просто. 30 секунд надо, чтобы эти здания не убили. Ну, вот это немножечко раньше нужно делать. С убийствами всеми. Ну, третья вот здесь база, как бы вот отсюда заходишь с этого хайграунда и убиваешь их. Здесь небеса. Ну, тут есть какой-то тыл прикрывающий отряд. Здесь 2-2 уже грейды, правда, и марики на 1-1, ну просто они реально не справляются. Хотя даже не справляется, с счастью. Ну, то я перехватил просто, поэтому она не фокуснула. Имба прилетела, видите? Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. А, ну вот это вот, вот это вот бредовое, тут как бы несовместимое, чтобы в одной миссии ачивки пройти, то есть тут двух разных нужно проходить, чтобы типа ни одного бункера нельзя демонтировать, а их сразу демонтирую, чтобы денег как бы вначале больше было на развитие, то есть ты хочешь одновременно и все базы убить, то есть здесь даже я ачивку-то эту заработал, 4 инкубатора, третью базу не убив, но я по приколу обычно все убивал как бы. Вот такой ачивки нету, в принципе. Это, ну, бункера это фигня, это как бы можно отдельно все сделать. Какой еще артефакт Пропса? Нет никаких артефактов Пропса. Черт, Джимми, ты многого мне не рассказывал. Ты чуть не опоздал, мать. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареям, открыть фронтальный огонь.
Запустить двигатели 2 и 6. Гиперпрыжок по моей команде. Прыжок. Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару? Какого для минерального поля? Не только на Марсару. Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок. Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет королева клинков. Там артефакт. Мы знали, что она вернется. Который нельзя взять было. Но что ей нужно? Она пришла завершить начатое. Давай, клепай свой турель. Клепай свой. Вот черт, через скайп-то как она там просвечивает. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз. Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со Своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Полегче, Мэтт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем... Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. Ну что, ребят, за поддержку всем еще раз спасибо, за зорг, ребята. Час прошел, еще парочку, час с лишним. Будем здесь заморачиваться. Шикарный у тебя кораблик, Джимми. Где ты раздобыл этот летающий дворец? Раньше Гиперион был флагманским кораблем Менгска. Мы с Мэттом позаимствовали его, когда наши пути с Арктуром разошлись. Эта старушка вытащила нас из многих неприятностей. Кстати, о неприятностях, Тайкус. Почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре? И правда. У тебя что, молнию заело? Ладно. Раскусил. Мне немного помогли с побегом из тюрьмы. Скажем так, за мной теперь должок. И я не выберусь из костюмчика, пока не расплачусь. И кому это ты задолжал? Кто тебя выпустил? Мёбиусы, естественно. Я же с ними не в музее познакомился. Им позарез нужны эти артефакты. Лучше не впутывай нас в свои дела, Тайкус. Об оплате твоих долгов мы не договаривались. Так, раскусили, арчив какую-то дали. Попёрли. А, все это... Это хрень. Все действительно так плохо, Мэтт. Сообщения о нападениях зергов приходят со всего сектора. Менгск направил основные... Согласен, телевизор, ролики здесь жесткие. Минион, бросив пограничные миры на произвол судьбы. Это настоящий ад. Мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горсткой добровольцев. Значит, пока не будем геройствовать. Поднимем деньжат на Мёбиусах. А там все немного утрясется. Тогда и разберемся. Ты, кажется, не понимаешь. Ничего не утрясется. Зерги не остановятся, пока не перебьют нас всех. Не кипятись, Мэтт. Никто не собирается отсиживаться. Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме. Нужно подзаработать денег, собрать людей, вооружиться. Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать.
Так, погодите-ка. Арсенал нам нужен. Эй, народ, наш славный предводитель вернулся. Как поживаешь, ковбой? Что нового, Свон? Ничего особенного. Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага. Улучшения все занесены в консоль. Но на них потребуются деньги, и немалые. Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками. Слушай, я знаю, что с деньгами в последнее время было туго. Но этот артефакт с Марсары окупит все наши расходы. Где-то я это уже слышал, брат. Но теперь другое дело. И это я тоже слышал. Так, нужно нам что-то там это... Ну, естественно, Steam мы первым приобретаем. Это вообще нахрен не надо ничего. Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агрия. Зерги атаковали сельскохозяйственную колонию. А ваш предприимчивый товарищ Тайкус предлагает захватить артефакт, находящийся на Монлите, священной планете протосов. Так. Ну, для Монлита... Хотя там тут обе простые, на самом деле. Погнали, вот это. Всем, кто слышит это сообщение. Зерги напали на Агрин. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Со Своном не поболтал. Поболтаю еще, ладно. Входящее сообщение. Бабла нет пока. Неудобно спасибо, говорить. Сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джимом. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить. Другую тоже будешь проходить. Позже тут все будешь, просто выбираешь, какую первую, какую нет. Кого спалить? Шашлычок. Эй, ковбой! Где-то минералы лежат. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерги. Слушаю тебя. Войска союзников атакованы. С пылу жару. А вот там, грызут. Из огня да в полымя. Я готова. Соли под завязку. Войска союзников атакованы. Выжим тут все. В первом Старкрафте огневички покруче были, на самом деле. Это запах победы. Шашлычок с дымком. Слава богу, вы прилетели. Я передам вам управление над основными зданиями колонии, чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией. Есть? Командуй. Изог. ТСМ готов. Залит под завяз. Кого спалить? ТСМ готов. Слуг. Из огня да в полымя. Нам предстоит конвоировать колонистов к космопорту.
Какой север? Я уже нашел там ресурсы. Из поселка скоро отправится первая группа колонистов. Призыв готов. Брось дороги! Что происходит? Заблокировать выход и скопить лимит до выхода первого транспорта. Хорошая идея, как ты только выход заблокируешь. На халде, если юнитов ставишь. Кого спали и загни. Призыв готов. Кого подлатать? А! Что бы ни случилось, не останавливаемся. Вперед! Пешка! Превосходно! Приказ получен! Вот ни хрена себе халявная такая тема. Отлично. А вот этого я даже не знал. Давай, удиви меня. Слушаю тебя. Да ладно, ничего блокировать не буду, буду проходить как проходил. Ну, та ачивка, чтобы бункеры эти все выжили, есть, ну, как бы... Когда зерги напали на нас, войска Доминиона бросили бункеры и сбежали. Им было плевать на судьбу колонии. Сожалею, док. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. Да, тоже пойдем мы, естественно, потом. Улучшение... Колонисты в опасности! Прикройте их! Приказы будут! Оставим их интеллектом! Вот, за бункер ачивку не получу, но ничего страшного. Давай, кому наверх? Кто на новенького? Приказы будут? Кому наверх? Я уже... Оставим их интеллектом! Что происходит? До космопорта будь не близкий. Мы не сможем охранять все шоссе. Что будем делать? Можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд. Или построить еще бункеры для защиты шоссе. Скоро выходит следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Завершено. Не спешите, не спешите. Полегше. Призыв готов. Я уже вооружен. Высылайте подмогу! Кому навешать? Доктор, вызывали? Брось с дороги! Бегом, Мор! Призыв готов! Давай! Езжайте в космопорт! Быстрее! Спор с мариками на халде. Именно мариками, а медиками не пойдет, что ли? Ну вот все занято на халде. Вот не проходит, смотрите-ка, в натуре. Пацаны, стойте, будем копиться. По страте. Опа, а как он продолбил? Вот козел. Ну ладно. Бункер продаем, нахуй. Но все равно смысла нету его оставлять. Не, ну, можно блокануть. Улучшение завершено. Призыв готов. Высылайте подмогу.
сюда сходить, ресурсы забрать. И там еще забрать тоже надо. Заливает, я не понял. Пристройка завершена. Призыв готов! Составим их интеллектом! Давай, удиви меня! Доктор, вызывали? Гаденыш мой! Давай, вооружу! Давай, в дороге! Ждунь! Призыв готов! Есть рыбы! Кого подложку, а? Ой-ой-ой, вот это опасность была. Командир, скоро мы отправим еще одну группу. Вооружен, я... Давай, удивись. Я помню, даже здесь такая... Сейчас, точнее, только вспомнил. Что здесь такая хрень. Давайте-ка блоканем попробуем. Давай, удиви меня! Вооружен, я уже зажжу. Подождите нас! Приказы будут! Кого там ждать? Никого бегу, ждать не будем. Кому навешать? Я уже зажжу. Давай, удиви меня! Бегу, марш! Привод! Задавим их интеллектом! Приказы будут! Прочь с дороги! Смотрите, он толкает, а? Вот это вообще стой, стой, братан, куда ты? Во, прикол. Высылайте подмогу! Давай, удиви меня! Приказы будут! Давно бы я уже зашел! Вооружен, я уже зашел! Заставим их вести в дороге! Войска сами. На колонистов напали! Мы должны их спасти! Точнее! На дорогу нельзя ничего ставить. Может, кого-нибудь пожирнее там, конечно, можно поставить. Серги напали на конвой! Поджарьте их! Кому наверх? Я уже заждал. Приказы будут? Давай, удиви меня. Давай, вору. Там я уже заждался. Жду, не дожду. Где-то наверняка еще секретные есть места на этой карте, где ресурсы могут находиться. Ну, это за где-то там. За делом? Что стрясло? Прочь с дороги! Танками в Сиджи хорошо, батлкрузерами, с мазершипом, тоже, наверное, можно, но чё-то пока нету их. Давай, удиви меня! Приказы будут? Давай, удиви меня! Привет всем, ребят! Сэр, мы только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы. Точных координат дать не могу, но эти твари направляются к вам. Командир, очередная группа колонистов готова отправиться в путь. Давай, удиви меня! Кому наверх? Приказы будут, оставим их бить. Приказы будут! Давай, удиви меня! Оставим их бить. Прочь с дороги! Высылайте подмогу! Приказы будут! Давай, удиви меня! Почему? Приказы будут! Давай, удиви меня! Вооружь! Доктор, посылайте подмогу! Все на
месте! Поехали! Кому навешать? Кому... Так, привет всем, ребят. Давай, удиви меня. Сложность максимальная. Пробую еще раз подблочить все это дело. Может быть, из-за того, что в куче стоит, он толкает. Прочь с дороги! Бегом! Приказы будут? Как скажешь. А так вот сразу приказы ехать начинает. Вооружен я. Зерги на дороге! Огонь! Где там они на дороге? Чё там? Чё хуй? Давай! Вооружён! Кому наверх? Присылай! Брось с дороги! Приказы будут? Приказы будут? Месторождение минералов выработано. Отправим их интеллектом! Кому навешать? Пользователь Иловов 13 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Иловов 13. Или кто там? Вроде правильно все. Пойдем еще базу вольнем одну. Сэр, недалеко от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Думаю, это какой-то подземный зерк. Замечательно. С ними, как всегда, не соскучишься. Мои люди почти готовы, командир. Завязывай, подруга. Скоро отправляется очередная группа. Интеллект, кому навешать? Я уже заждался. Вооружен и опак. Давай, удиви меня. Прочь с дороги. Превосходно. Интересно, доедем или нет? Ладно, сейчас узнаем. Кому навешать? Отдай! Вооружен! Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Высылайте мешки для трупов. Бегом! Кому? Давай! Какой хитрый транспорт, а этот? Кому навешать? Черт! Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Ультравелеск вышел. Войска союзников атакованы. Доктора вызывали? Я уже заставаю. Давай, иди. Колонисты в опасности. Прикройте их. Высылайте мешки для трупов. Высылайте подмогу. Кому наверх? Приказы будут! Брось с дороги! Высылай книжки для трупов. Я уже кому? Кому навешать? Колонистов напали! Мы должны их спасти! Метка! Высылайте подмогу! Давай, удиви меня! Брось с дороги!
Мару одобряют. От одного Беллинга. Скрывался всей шоблой. Это были последние колонисты. Скорее, улетайте. Ну и базу как раз разобрал. Мы потеряли колонию, но мои люди спаслись благодаря вам, командир. Ну вот это тут бункера надо типа не продавать. Это одна из ачивок. Прекрасная операция, сэр. Доктор Хэнсон предложила взять ее на время в команду. Думаю, ее знания будут для нас неоценимы. Даже не верится, что я здесь. Спасибо за предложение, док. Над чем планируете работать? Ну, здесь допотопное медицинское оборудование. Да и опыт исследований небогатый. Вот с этого и начнем. Вот как? Ну что ж, хоть научите чему-нибудь нашего Стэтмана. Добро пожаловать на борт. Расскажи, плиз, как натренировать такой сплит мариков. Вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять зергам и доминиону одновременно, мне понадобятся люди. Понимаешь, братан, это не всем дано, как бы я так скажу. Вот такого уровня сплит, ну и разве что револьвер муталисками так контролить умеет, как бы. Конечно, у меня найдется для тебя парочка. Навряд ли как бы в мире найдется еще такой игрок, хотя бы один. Так. Можно наемников нанимать, но они нахрен сейчас пока не нужны. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Какой-то Джонсон. Автомат. Это Lost Viking, кстати, я там по ним есть ачивка, миллион набрать, там полтора, я набрал все, кроме последней, там полтора миллиона, там очень долго это надо делать, короче. Но как-то мне было не впадло когда-то даже. Я же его на Марсаре оставил. Как это... Тайкус, все никак не угомонишься? Видел доктора Хэнсон? А то... Хотел записаться к ней на прием. Просто спросил. Ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну. Кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может, некий принц на белом коне, доблестно спасший ее колонию? Джимми, брат, когда ты начнешь разбираться в дамочках? Так. Тони Вермиллион на канале UNN. Не, некоторых наемников надо брать. Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд?
Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Ворфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия Зергова. Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? Наши сюжеты прольют свет на этот вопрос. Так. Музон. А почему диалога нету? Так, 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 нужно... Секундочку, ребят. Все, я здесь. Звук вырублю. Это тоже пригодится. Так, здесь все, здесь больше ничего нам не надо. Короче, погнали на мостик. Побазарим. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Так, Ронни, не будем об этом здесь. Печальная эта новость, конечно, с утра прямо... Это очень жесткая... тема на самом деле. Вот слышал, да, что там из Пскова было людей достаточно много. Колонистам, можно сказать, повезло, но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. Ну что, со всеми побазарил-то? Погнали уже. Умники из Мёбиуса считают, что... Вот он, Джимми. Все как Мёбиусы сказали. Легкая нажива. Даже не знаю. Там довольно много протосов. Нам придется... А это что за...
Внимание. Обнаружены многочисленные биосигналы зерков. Черт. Они что, все время сидели под землей? Черт их знает. Но руку даю на отсечение, что бегут они к нашему святилищу. Это все осложняет. Мы не сможем воевать на два фронта, приятель. Если повезет, то и не придется. Все, что нам нужно, это оцепить святилище. Привет, разведчик. И удерживать его достаточно долго, чтобы ничего извлечь страшного. Артефакт. Поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов. Самое начало кампании еще. Заняты зергами. Протосы обречены. Их гибель — вопрос времени. Поэтому наша задача — захватить артефакт и побыстрее исчезнуть. Тут тоже в этой базе можно, в этой миссии, убить зергов. Базу, как бы, ну, таких целей я себе не ставлю. В принципе. Что происходит? Выклад. Я уже заждался. Сейчас мародерчики прилетят. Пехоту, кстати, крутую по дефолту дают. Тут здесь вот ее покупать выгодно очень. Зергов значительно больше, чем протосов. По предварительным оценкам, протосы долго не продержатся. Итак, план у нас следующий. Добраться до артефакта, пока зерги не смяли протосов и не захватили святилище. Тревога. К базе приближаются сталкеры протосов. Входящее сообщение. У меня для тебя сюрприз, ковбой. Мародеры. Все как один специалисты в теории и практике большого взрыва. Не уверен, что сейчас подходящее время для экспериментов, Свон. Самое что ни на есть подходящее. Просто натрави мародеров на сталкеров и посмотри, что будет. Кому навешать? Режим готов. Полагаю. Вооружен и опасен. Давно бы так. Что происходит? А? Угу. Кому навешать? Режим готов. Кто на новенького? Так, Таурен улетает. Секретка. Вот, а я, кстати, даже и не знал, где секретка. Надо было писать, какая миссия там была. Я вообще хз, где там секретка, честно говоря. Чего пугать? Выкладывай. Криво тут развиваюсь, как бы не буду я зергов, наверное, здесь ломать, просто пройду. Тревога. К базе приближается стая зергов. Пополняю. Почему бы и не? Что происходит? Что стрит? А? Понял. Эй! Режим готов. Кому навешать? Доктора вызывали? Ну, вот сюда надо сходить, потому что там артефакт этот халявный лежит. Давно бы ты! Отдай! Кому навешать? Я уже заждал! Где тут раненые? Призыв готов! Кто на новенького? Окей! Будут. Так, здесь, короче. Вооружен. Доктора вызывали? Режим готов. Кого пана новенького? Бегом, Марк!
Так, крутые марики пошли мне сейчас. Вот, пожалуйста. Улучшение завершено. А нахрена мне лаба была, если теперь марики-то без лабы, медики без лабы строятся, не пойму. Пользователь Коса 1R активировал премиум на ваш канал. Хорошо, что медика не допустили. Ну, мародера можно построить. Вооружен и опак. Давай, удиви меня. Что еще? Давай, удиви меня. Доктор, выживали? Кому на бензин готов? Выживали. Бегома! Вооружен. Что еще? Есть работенка. Что происходит? ТСМ готов. Давай, удиви меня. Доктора вызывали? Что стряслось? Я уже там. Кому? Вооружен. ТСМ готов. Давай, удиви меня. Хватит прохлаждаться. Что еще? Вам приказы будут? Бегать. Пристройка завершена. Отдавим их. Давай. Говори. Что стряслось? Для этого просто нужно пару бункерков построить. Отдавим их. Я уже заждал. Намую, все пошли вперед, на шторме отдались. Просто красота. Тут шторм вообще штормовик не должен кидать. Ну ладно, бывает такая хрень. Там нужно просто пара юнитов его фокусить. Доктора вызывали? Кто на новенького? Приказы будут? Вам? Давай, удиви меня. Кому наверх? Кому наверх? Оставим их вентилятор. Так. Кстати, армор не сделал пехоте, а зря. Для трупов.
Посылайте подмогу! Приказы будут! Сейчас зайдем уже. Хотя не, правильно, с ним почёлся. Тут ачивка есть, никого вот на этих не потерять, по-моему. То есть она уже не выполнена. Здесь Марик погиб один. Мои это сейчас заберут артефакт. Так, спасибо кому-то еще за подписку на премиум. Артефакт у нас. Смотрим. Артефакт у нас. Я совсем забыла, какой ты изобретательный, Джим. Но я не повторю эту ошибку. Черриган. Да, вот, кстати, единственное, вот это не выполнилось. Ну, ничего страшного. Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, а Джиму дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога.
Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Ну что? Так, музончик меняем. Лаборатория появилась. Тайкус, чудо. Мои приятели Мёбиусы случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Ну, мой эссе, привет. Спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. Так, новости, что-то. Новости тут какие-то у нас новые есть. Тонни Вермиллион в прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни. Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Вот такая вот хренатень. Командир, артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит проектах? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно? Последнее время по кораблю ходят тревожные слухи о необъяснимых шумах, странных видениях, голосах тьмы. Поговаривают, что артефакты прокляты. Суеверная чушь. Артефакты абсолютно нейтральны и к тому же надежно экранированы. Есть остаточная радиация, но не думаю, что она может повлиять на происходящее на корабле. Да поможет нам Бог, если мы столкнулись с технологией, которую наши примитивные обезьяньи мозги не способны понять. Присматривайте за этими артефактами, док. Понятно. Эта женщина-зерк разговаривала так, будто вы с ней давно знакомы. Похоже, что встреча взволновала вас. Нас с ней многое связывает. Когда-то она была призраком. Потом мы объединились с Менгском и вместе помогали свергнуть конфедерацию. Мы были хорошей командой. Что с ней случилось? Она стала жертвой войны. Не хочу вас обидеть, док,
Но я не люблю вспоминать об этом. Понимаю. Но если захотите поговорить, я всегда готова выслушать. Вот так вот, вот так вот. Так, можно исследовать уже что-то там. Турель шайк, бункеры турелями. Запас прочности бункеров увеличивается на 150 единиц. Я помню, тут для последней миссии надо выбирать, потому что вот это вообще бесполезняк, я помню. Вот. А для последней миссии запас прочности гораздо важнее, чем эта турель. Турели бесполезны практически. Разрабатываем обшивку. В арсенал надо сходить, да? Должен сказать, шеф, увести артефакт из-под носа и у зергов, и у протосов — это высший пилотаж. О последней миссии еще рано думать. Здесь мне ничего не надо. Вот это хорошая тема, кстати говоря. Мне еще био понадобится некоторое время. Хотя, погоди, что у нас там по миссиям-то осталось вообще? Может, не тратить сейчас ресурсы пока. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей. И на планете вспомнил. А, это помню, вот здесь слышал, вот надо еще использовать. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Так, секундочку. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Так, здесь ничего не надо. Поехали. Здесь есть ачивка в лаву заманить дурака большого этого. Да, еще дыра. Посмотрим, может, я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Дош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Ну, Майнхоф с танком, не знаю, как там пока. Ничего не знаю, ребят. Доктора вызывали? Опишите. Кому наверх?
Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМы из низины. Кому навешать? Нужно добывать еще. Не сразу все это поднимается. Давай, удиви меня. Где болит? Что стряслось? Есть? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Кому навешать? Отдавим их интеллектом. Что происходит? Прочь с дороги! Давай, удиви меня! Вынести всех зергов. Миссия автоматом закончится. Доктора вызывали? Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение, ковбой. Вот тебе. Что на новенького? Кара небесная. Принято. Кого подлатать? Есть, сэр. Точняк. Доктора вызывали? Где-то в этом районе была парочка моих ребят. Проверь-ка, вдруг они еще живы. Опять тут кто-то говорит, закончится, кто-то не закончится. Значит, может, ты не всех выносил, если у тебя не закончилось, я хз. А, здесь ТЦ-шка еще одна, я помню. Сэр, сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталист. Если вы его убьете, то мои... наши исследования значительно продвинутся. Тебя прислал Тош, да? Вовремя, ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. Кому? Когда на дело? Принято. Я уже за... Есть работенка? Слушаю. Нет. Я уже заждал. Давай. Приказы будут? Кому надо? Доктора вызывали? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Хочу еще раз напомнить, сэр. Чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Так, никто там не подох. Кара небесная. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Выкладывай. Бегом! Давай, удиви! Давай, удиви! Отдавим их! Что стряслось? Давай! Когда вообще? А? Невестка! Что на новенького? Месторождение минералов выработано. Кому? Что происходит? Что стряслось? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Кого подлатать? Давай! Я хвару? Раз ты помогаешь мне, я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. Так. Да. Приказ! Давай! Есть ачивка заманить
бруталиска, ну, на лаву, когда она поднимается, но я думаю, не буду этим заниматься. Я просто развалю ему щит. Потому что Джимми Рейнер охотник, охотник, напомню я вам. Шкура нужна. Кому наверх? Сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Продолжать добычу минералов. Отдавим его! Того подлатать. Так, так, продолжаем добычу минералов. Давай. Что на новенького? Я уже заждался. Кому? Давай, уйди. А! Чего пугать? Вару, вару. Приказы будут? Давай, удиви меня! Кому навешать? Кому навешать? Есть работенка. Вооружу. Риперы воловские еще. С гранатками. Ох, как Беллинг. Но они не регенятся, тем не менее. Сами по себе. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Слушаю. Где болит? А! Чего? Ё. Кому? Давай, уйди. Приказ. Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Наши КСМ атакованы. База атакована. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Ну что, ждем. Доктора вызывали? Что на новенького? Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Кому на... Что происходит? А! Чего?
Давай, удиви меня. Кому отдавим их интеллект? Приказы. Кому? 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 Прочь дороги! Приступим. Нет ничего проще. Давай. Поехали. Как бы взорвался жестко. Высылайте мешки для трупов. Что стряслось? Мистер Рейнер, мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. Месторождение минералов выработано. Доктора вызывали? Не видно, они чего тебе? Непременно. Когда? Приказы будут? Кому? Кому наверх? Так, ну пока собираем, там все кончается. База атакована. Месторождение минералов выработано. Будет сделано! Отдай! Месторождение минералов выработано. Я уже зажжу! Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Когда дело? Не вешай мной, Ванка. Бегом! Мои люди работают быстро. Мы уже собрали половину минералов. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Отдавим их приказы! Воручи! Давай! Что происходит? Ванька, слушаю! Отдавим их приказы! Доктора вызывали? Доктора вызывали? Круто! Кому убить? Когда? Когда? Кому? Месторождение минералов выработано. Чего тебе? Принято. Месторождение минералов выработано. Вооружу! Чем когда? Брать дороги! Не принято. Когда? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Отдавим их интеллекта! Кому нафиг? Приказы будут! Кому нафиг? Давай, удиви! Когда надела? Нет ничего проще. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Тут тайные ходы, а здесь ничего нету. Непременно. Приступим. Вот каких-то осмотр достопримечательностей. Вот.
Давай, есть! Я готова! Еще немного, мистер Рейнер. 2-3 захода и готово. Слушаю! Не вопрос! Давай, удиви меня! Когда на дело? Я... Чего тебе? Не вижу! Что стряслось? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. До следующего. Потом, кстати, еще за сколько-то подъемов лавы надо сделать, чтобы... Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. ЦЦшку я не поднял. Вот, она села туда. Задело? Что происходит? Я извиняюсь. Чего тебе? Ну ладно. Вот да. Приз. Отдавим их интеллектом. Слушаю. Нет, кому перерезать? Короче, шел медведь, видит, машина горит. Сел в машину и сгорел. Такая же история. Оп, ресурс. Ритузы нашел. Чего тебе? Отдавим их. Приказы будут. Месторождение минералов выработано. Гамона! Не вешать нож, головорезы! Месторождение минералов выработано. А как же? Кому? Чего? Когда надел? Слушаю. Я первый. И это все. Месторождение минералов выработано. Ну все, зергов вроде нету больше. Дистанс майнингом тут занимаемся. Пятихаточка осталась, здесь кончается все. Вот сюда полетело я как раз. Минералов выработано. Что стряслось? Есть работа. Хватит, да, здесь хватит ресурсов. Приказы будут. Кому убить? Слушаю. Принят. Чего тебе? Слушаю. Ладно. Мини-диабло в нижнем правом углу. Вот здесь, что ли? Вот. А как сюда попасть? Давай, удиви меня. Кому перерезать глотку? А, вон, смотри, да, в натуре. Уже в пути. Как я видел ты? Вон он. Мини-диабло. Прикол. Не видел, да. Но много у Близзардов таких фишечек всяких. Вот. По карте есть, Ворот, так что. Не вешай. А вот как. Кому перерезать глотку? Как? Приказы будут. Давай. Наживность нельзя здесь тыкнуть 3-4. А, вот, закопалось, смотрите. Кому перерезать глотку? Прикол. Вас, я уже... Все, хорош. Молодцы, ребята. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управился? А ты шустрый, мистер Рейнер. Думаю, нам еще будет что обсудить. Ну, 10 заработал, кроме вот этого жареного бруталиска. Ну, я решил, что скура важнее, чем понты перед Тайкусом, как бы, поэтому... Будет на чем полежать Гиперионе, вот, на досуге, с перепоя Джимми. А так, чё, ё-моё, понтанулся, что вот я крутой. Отлично сработано, сэр. У нас Джимми такой, на Редстоуне, хозяйственный. Почему тошь на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Мэнкск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр.
По поводу того, как проходить, будем голосовалочку пилить. Я думаю, просто вот. Новости глянем. Прилетели первым делом, нужно новости посмотреть. Донни Вермиллион, UNN, ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны над войной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Его не уйдут от их произойдет от. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. А что это за пиканьем за прикол? Всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для UNN. Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгске. Ну чё, арсенал свой. Все-таки медиков надо грейдануть, я думаю. Оп. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с редстоуном. С девчонкой-то можно прийти поговорить в каждый раз. Знать, что я нашла Джори, редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных. Бороться им можно. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Так, арсенал, базу не игра. А что тут в базе можно грейдить вообще сейчас? Ну, туретки. Ну, туретки, кстати, для последней миссии, ну, можно прогрейдить. Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить Менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Чё, со всеми побазарил-то вроде, да? Теперь у нас на корабле еще и пираты. Качинский, произведи опись ценного имущества. Ха-ха-ха.
Интересно, тут описание, все не читал. Хрена. Не, ну Blizzard в этом плане молодцы. Огонь снимает с тела кожу, а с души грех. Огонь выжигает всю грязь, а мама с детства приучила меня к чистоте. Франко Тилден, бывший серийный убийца и первый боевой огнеметчик. Молодцы, молодцы. И тут тоже юморок. Ну, по характеру мародеры не имеют ничего общего с огнеметчиками. 47% из них ни разу не привлекались к уголовной ответственности. Только 23% отбывали срок за убийство. Ну так, только 23% за убийство. Понятно, короче, поехали. Далее. Нам нужна быстрая какая-то миссия, походу. Протос, опустим. На Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню. Ну, по крайней мере, попытаются. Поехали. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что Тирозин — священный дар Зелмага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, капуй, делай. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до Тирозина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи тирозина. Подходи и добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Поехали, ребят, ссылки некогда вас открывать. Скоро у нас уже начнется заключительный день Мобралиги. Поехали. Кого? Что стрясло? Голиафчика тут. Стряснуло. Я уже. Выкло. Три штучечки есть. Есть, да. ЖСМ готов. Что? Выкло. Вот координаты мест добычи тирозина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Наши КСМ могут перевозить канистры с тирозином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. Пристройка завершена. Вар! КСМ готов! Угу. Да. ХСМ готов. Давай. А? Есть ли вы? Давай. А? Там. Вот.
Так, ну что? СМ готов. СМ готов. Доктора вызывали? СМ готов. Доктора вызывали? Вызывали. СМ готов. А? Есть, сэр. Входящее сообщение. Эта планета была священной земной Талдарин задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Приказы будут! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Я вам сейчас... Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Что происходит? Приказы будут? СМ готов. Отдавим их. Отдавим. Выкладывай. Так, пройдем на лазер. Прочь с дороги! СМ готов! Приказы будут? Отдавим их вентилятором! Кто на новенького? СМ готов! Вооружен я! А? А? Чего пугать? Давай, удиви меня! Так точно! Кого подлатать? Давай! Что стряслось? СМ готов. Я уже зарвусь. Давай, удиви. Отдавим их. Смелый ход, мистер Рейнер. Обходишь по два алтаря за раз. При таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от алтаримов. Но чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. Внимание! Талдарин запечатывают алтарь с тирозином. Отлично! Вот и первая канистра. Что происходит? Дороги! Да! Кому на... Не болит, полагаю. Я уже заждался! Я уже заждался! Вооружен и опасен! Кому на... Что стряслось? Посылайте мне что-то. Превосходно! Давай, удиви меня! Приказ! Улучшение завершено. Вооружу! Бегом! Требуется помощь. Отдавим их! Приказы! Прочь с дороги! Кто на новенького? Приказы будут! Вооружен и опасен! Внимание! Талдарин запечатывают алтарь с тирозина. Так, нельзя запечатывать, давайте. Кого подлать? Я уже заждал!
Вооружен и опасен. Здорово. Приказ. Вооружен и опасен. Бегом! Кто на новенького? Что происходит? Бригады будут? Так, на газу тут 4 основы. Вооружен и опасен. Прочь с дороги! Есть это... Кому на битва? Вас задавим их интеллектом! Давай, удиви меня! Приказы пусть я уже задавим их интеллектом! Два на новенького! Пристройка завершена. Скауты прикольные. Во втором Старкрафте тут прорисовано, конечно. Можно убить, просто сходить. Ну, реликвид, по крайней наши мере, точно КСМ надо. Атакованы. Собрать. Вооружен. Отдавим их. Уже заждался. Кому наверх? Доктора вызывали? Гаденыш, проштормил. Мы не позволим вам безнаказанно красть дыхание жизни. Протосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ, иначе все пропало. Приказы! КСМ готов! Приказы будут! Бегом! Внимание! Солдарин запечатывал толтать стиразина. Прочь с дороги! Вооружен и опасен! А, все понял. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Большая часть канистр уже у нас. Для трупов. Давай, удиви меня! Почему бы и нет? Приказ его на новенького! Так. Я уже заждался. Кто-то куда-то там двигается. Вооружен и опасен. Я уже заждался. Что стряслось? Там? Задавим их. Связь нова. Давай, удиви. Я уже заждался. Вооружен. Там? Давай, удиви. Вооружен и опасен. Давай, удиви меня. Как скажешь. Задавим их интеллектом. Круто! Доктора вызывали? Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стиразина. Кого подлатать? Давай, удиви меня! Я уже... Крест! Посылайте подмогу! Доктор, вы... Брось с дороги! Отдай! Я уже заждался!
работенка. Вот. Кого подлатать? Что Задавим их интеллектом. Так, где-то вот с правой стороны, я помню, еще. Что у нас там по времени-то? 49, надо заканчивать помаленечку. А, давай. Кому наверх? Отдай. Что стряслось? Приказы, Будыго, Марс! Кому наверх? Улучшение. Чалик, хорош быковать там уже. СМ готов. Принял совсем. Вооружен и опасен. Приказы будут? СМ готов. Так. Внимание. Талдарин запечатывают алтарь стирозина. Кого подлатать? Требуется помощь. Приказы. Создаем их интеллектом. Кому нафиг? Я уже. СМ готов. Приклада новенького. Давай, удиви. Я уже заждал. Создать приказы будут? Давай. Я уже заждался. Вооружен я. Давай. Создаем их интеллектом. Создаем их интеллектом. Я уже заждался. Требуется помощь. Кто наверх? Кто на новенького? Вооружен. Кому на... Так, реликвии нашли. Кого подлатать? А? Выкладывай. Давай, прочь с дороги! Месторождение, внимание. Талдарин запечатывают алтарь стирозина. Внимание. Талдарин запечатывают алтарь стирозина. Ну что, убить спротсука или как поступить мне? Требуется помощь. Или некогда уже? Не, уже некогда, походу. 9 минут. До начала у нас. А тут наверняка штормы кинетесь. О, пошла мазута. Знаете, как лимита. Приказы будут. Давай. Вооружен и опасен. Тут не через это место нужно выходить на самом деле. Можно и через это, но нужно аккуратнее это делать. Внимание! Талдарин запечатывают алтарь стирозина. Давай, удиви меня! Создали приказ! Я уже бегу! Твою! Что на новенького? Твою! Давай, удиви меня! Создали вооружен я! Прочь с дороги! Приказы, я уже заждал. Леспеновый гейзер. Лев на связи. Бегу, Марс! Приказы будут? Приказы будут? Я уже заждал. Кто на новенького? Продакшн побольше кошмар. Маленько нужно делать. Есть! А! Чего пугаешь? Я уже заждал. Короче, да, добываем газ. Если будет желание, потом как-нибудь просто для ачивок отдельный стрим надо пилить, как бы. Я думаю, это не нужно абсолютно. Сколько там осталось-то?
Как раз три тут осталось. Внимание! Талдарин запечатывает алтарь Стиразина. Кому навешать? Кому навешать? Окей! Месторождение минерала. Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Убейте их всех. Охренеть, они попадают. Доктора вызывали? Кому навешать? Задавим. Доктора вызывали? А твои рейдеры шустрые парни. Осталось одного сбрили. Канистра. Два на новенького! А чё, не хочет барак реактор строить? А, газ кончился, понял. Сэр, наши КСМ атакованы. Отправьте к ним подкрепление или организуйте стационарную оборону. Вооружен и опасен! Клев на связи. Месторождение минералов выработано. Как самочувствие? Вызывали? Бегом! Я уже заспал. Приказы отдалим и хотели. Кому навешать? Кому навешать? Месторождение минералов выработано. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь Стиразина. Что на новенького? Внимание! Талдарин запечатывают алтарь Стиразина. Отдавим их! Приказы будут! Кто на новенького? Так, еще раз сюда. Давай, удивись! Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Кому наверх? Что происходит? Прочь с дороги! Давай, я уже заждался. Блин, то, что здесь-то запечатывают, я не заметил. Ну ладно, хрен с ним. Из-за этого ачивку не дадут. По ходу дела. Сейчас еще и здесь КСМ-ку не подвреют опять, давайте, да? Наши КСМ атакованы. Вот уродцы. Внимание! Талдарин запечатывают алтарь Стиразина. Кому? Я Давай! Вооружен! Кому? Я Давай! Кто на новенького? Давай! Высылайте подмогу! А кто? Задавим их интеллекта! Я уже заждался! Кому навешать? Приказы! Кому навешать? Прочь с дороги! Приказы будут? Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! Давай, Черт бы побрал этих талдаримов! Если они запечатают талдаримы, никогда не соберем газ! Отправь к алдарям своих вояк, пусть разгоняют протосов! Приказы будут? А вот и последняя канистра. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Кстати. Ну ладно. Не суть вопроса, ребят. Сейчас будет стоп-старт, соответственно. Я вернусь уже с задержкой в минуту. Компанию продолжим либо сегодня вечером, либо уже завтра, там, или когда-то в другой день. Завтра, кстати, Близкон уже начинается вечером. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. Давайте посмотрим. Мне утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джори и Тиразин.
все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Так, выходим отсюда.